Талантов у садоводов-огородников хоть отбавляй. Им под силу и вырастить на своих грядках богатый урожай овощей, фруктов, ягод и сделать из них заготовки на зиму. А еще взрастить редкие сорта цветов, деревьев. Отличительная черта характера ульяновских дачников – гостеприимство. А потому свой праздник умельцы встретили с размахом. Позвали гостей, накрыли богатые плодами осени столы, подготовили развлекательную программу. Трапезу для души организовали в СНТ-залив. Он славится на весь регион живописным пейзажем. За всю историю существования СНТ это первый праздник, который проводится в нашем СНТ. Мы этому очень рады. Для гостей мы организовали стол, угощаем пирожками, чаем, кофе, пловом. Залив ведет свою историю с 1994 года, а сейчас на его просторах 395 участков. И если у истоков стояли садоводы серебряного возраста, в наши дни к ремеслу присоединилось молодое поколение. Желание построить свой участок и разбить огород появляется уже к 30 годам. Оттого стереотип, что дачники – это бабушки и дедушки, уходит в прошлое. Это отметил и глава региона. Алексей Русских наградил за доброту и трудолюбие отличившихся за последний год представителей садовых товариществ области. Поздравляю вас, уважаемые, замечательные, улыбчивые садоводы, с праздником. Всего-всего самого вам доброго, хорошего, добра, мира, справедливости, благополучия вашей семьи. Вот, и чтобы у нас, наконец-то, как можно быстрее воцарился мир. В Ульяновской области садоводством увлечены почти 40% от всего населения. Это 500 000 трудолюбивых жителей региона. Все вместе они обрабатывают 12,5 тысяч гектаров земли. Правительство области поддерживает дачников в их начинаниях. На улучшение инфраструктуры в этом году, укладку дорог, монтаж освещения и систем водоснабжения потрачено больше 50 миллионов рублей. Дороги приняты такое решение строить уже в асфальте, никаких там... Как раньше делали, мы дороги сами садоводы где-то делали, вот, своими силами. Сейчас для того, чтобы обеспечить транспортное обслуживание садоводов, вот стали строить в асфальтовом покрытии. Вопросы газификации поднимаем мы. У нас уже несколько садоводческих товариществ, вот там, где мы сейчас находимся, два общества уже практически газифицированы. После Дня садовода в Ульяновской области начнутся традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Первая пройдет 23 сентября в железнодорожном районе. Торговля развернется на проспекте Гая от улицы Индинской до Виновской рощи. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.